В зале государственного ансамбля песни и танца «Дагестан» состоялся концерт ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского ордена Жукова округа войск Национальной гвардии Российской Федерации под руководством заслуженного деятеля искусств Чечни и Дагестана, заслуженного артиста Ингушетии, лауреата премии МВД России в области искусства, лауреата премии имени генерала армии Яковлева, подполковника Василия Бурмистрова. Выступление известного творческого коллектива ведомства было приурочено к 8-й годовщине со дня образования Росгвардии и Дню работника культуры России. Гостями концерта стали представители Министерства культуры Республики, сотрудники и военнослужащие регионального управления Росгвардии и Махачкалинского соединения ведомства, члены их семей, жители и гости республиканской столицы. Военные артисты исполнили популярные песни российских и зарубежных композиторов, инструментальные номера, хореографические постановки и авторские стихи. Концерт начался с вокально-хореографической композиции «Сердце земли моей». Затем прозвучали песни «Солдат России», «Журавли», «Катюша», «Ветеранам посвящается», «Ищу тебя», инструментальные и литературные композиции «Бег времени» и многие другие. Завершилась концертная программа песни «Во имя жизни», посвященной войскам правопорядка. Вокальное сопровождение концерта обеспечили солисты ансамбля, заслуженный работник культуры Чеченской Республики Николай Ходаков, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Алена Галицкая, Владислав Ищенко и Павел Пономарев. Заместитель командира Махачкалинского соединения Росгвардии по военно-политической работе полковник Василий Липатов и заместитель министра культуры Республики Дагестан Мурат Гаджиев поблагодарили творческий коллектив за насыщенную концертную программу и вручили артистам ансамбля почетные грамоты и благодарности.